В Краснодарском выставочном зале в этот день открылась выставка «Кубань. Воспетая мгновением». На ней свои работы представили лучшие фотокорреспонденты края, всего около 300 снимков. Экспозицию оценил и глава региона. Вениамин Кондратьев остановился практически у каждой фотографии. На них то, как кубанские журналисты увидели основные события региона и природу родного края. И каждая фотография дает свою энергию. Энергию где-то полноты жизни, где-то память, но... Однозначно, фотография никого не оставляет равнодушным. Да. Здесь же, в выставочном зале, по случаю праздника, губернатор провел прием. Пригласили на него руководителей и главных редакторов как крупных краевых СМИ, так и небольших районных газет. Даже в свой профессиональный праздник журналисты были во всеоружии и не выпускали из рук фотокамеры и блокноты. Не упустили акулы пера и возможности задать вопрос главе края. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, с самого начала заявил, что готов к открытому разговору. В частности, говорили о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются районы. Юные газеты и о их роли в жизни края. Очень важно ощущать, что происходит на земле, что вы работаете на земле. И я хочу не только, чтобы вы сталкивались с проблемами, но и сам ощущать. Проще, когда у нас движение друг к другу будет навстречу. Не надо замалчивать проблему. Если вы замолчите, то она, как любой нарыв, она все равно прорвет. Только для меня это будет большей ценой, я должен буду купировать эту проблему. Только не демодражируйте перед местной властью, хотя я понимаю, что вы где-то от него тоже зависим. Но будьте корректными, но принципиальными. За плодотворную работу и профессионализм губернатор отметил журналистов почетными грамотами и благодарностями. А гендиректору Павловской газеты «Единство» Владиславу Зинченко вручил медаль «Герой труда Кубани». Стоит отметить, что это первый журналист, который удостоен такой награды. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.